Всем приветики, мои секретики, и вы с новым канале Secret Talk. Сегодня с вами снова я, Силия, и у нас сегодня выходит видео коллаборация вместе с Утка Тока. Всем приветик! Ну что ж, давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем, потому что я думаю, вам очень интересно узнать, что же мы сегодня будем с ней делать. А сегодня я стану ее мамой на 24 часа, а она моим малышом. Что ж, у меня уже опыт есть, так что надеюсь, что все пройдет хорошо. Но вы не забывайте переходить на канал Утки Токи и также смотреть ее видеоролик со мной, где я стала ее малышом на 24 часа. Ссылочку на ее канал оставлю в описании. В комментариях. Давайте все-таки начинать. Всем приятного просмотра. Так, ну что, давай перевоплощайся в малыша. Что? Какой малыш? Ты же сказала, мы будем шопиться по магазинам. Ой, правда что ли? Так, в общем, я тогда сейчас отойду. Вернусь через пару минут. Вот я и готовая. Ты прям как Винкс перевоплотилась. Ага. Так, еще мне понадобится несколько предметов. Ой, что-то я, по-моему, уже в ведьму превращаюсь. Ну ладно, ничего страшного. Итак, зачитаем. Ой, не то взяла. Ой, ё-моё. Так, мне нужен стульчик. Положу сюда блокнот, чтобы мне было удобнее читать заклинание. Так, иди сюда. Подожди, сначала я зелье достану. Так, бутылочки. Ой, ну не зелье, просто так, бутылочки. Все, стой здесь. А ты точно на меня порчу не наводишь? Нет, конечно нет, ты чего? Ну как я могу? Я же секрет только. Я самая добрая феечка Винкс на свете. Вот. Чубра, кадабра, капибара, мадабра. Чубра, мадабра, чукачага, мадра. Туда-сюда швили, пили, вили, пали. Трали-вали, колдовали. Наколдовали что-то там. Так, надо ложкой помешать. И замешали что-то там. Лада, превратись ты в феечку Винкс ты. Ой, нет, не феечку Винкс. В малыша ты обратись. Чупа-кабра, чупа-кабра, чупа-чапа, чупа-чапа, чупа-мама. А-а-а, помогите, сос! Ой, кажется, что-то пошло не по плану. Надо было сказать не в малыша. Так, малыш, вылази. Так, что-то неправильно. Что-то пошло не по плану. Что-то слишком маленький у нас тут получился бейбик. Давайте... А-а-а! Нет, блокнот упал. Эх, какая я негодная, ни ведьма, ни фея, вообще никто. Что мне теперь делать? Ну-ка, вылази. Ты кто? А, это же ты, Лада. Ну все, значит, сработало, супер. Вот это поликол, конечно. Фух, слава богу, хоть говорит, хоть все хорошо. Так, ну теперь оставим это на какой-нибудь следующий раз. Ну, чтобы тебя обратно превратить-то все-таки. Эй, я что, малыш? Ну да, это сегодня твой день в таком вот стиле малыша. 24 часа и твоя мамочка. Мамочки. Да ладно тебе, не бойся ты ничего. Мамочка тебя от всех бед упасет. А сначала мы должны с тобой подкрепиться, покушать. Вот тебе вилка какая-то здесь есть. А, нет, лучше ложкой, да, ложкой, конечно. Пюрешку едят ложкой. Я тебе приготовила пюрешку с сосисочкой, вот ты видишь. И тут еще немножечко горошка. Но горошек полезный, не переживай. Пукать ты не будешь от него. Хотя ты уже взрослая, как бы, сколько тебе лет? Я что-то забыла. А, ну, где-то 5 точно есть. Сегодня на молочке будешь. Так, давай ешь. Чё сидишь, ложку держишь? Фу, не хочу. Что, милая? А-а-а! Так, молодец. Первое мы съели. Так, теперь у тебя подогрелось молочко. Держи, пей, давай. Фу, не хочу. Я такой не буду, мама. Так, это что такое? Ну-ка, быстренько взяла это молочко в руки. И выпила. Не то придет огромный динозавр с капибарой на спине и съест тебя вместе с твоим же обедом. А-а-а, ладно, ладно, кушаю. Молодец. Так, ты что-то совсем, однако, заморалась. Давай тебя помоем. К сожалению, об этом я как-то не подумала. Ну ладно, ничего страшного.
Ну а теперь нам нужно идти погулять. Ура, гулять! Ой, только я кое-что вспомнила. Мы же твою одежду-то это постирали вроде как. Кажется, тебе теперь придется идти в памперсе. Мама, а что случилось? Ну, у тебя одежды нет. Я и забыла. А это платьюшко мы только что постирали, я же не смогу его так быстро высушить. И да ладно, на коляске тебя покатаю и хватит. Что? Пошли уже. Можешь взять зонтик, чтобы тебе было не так жарко и голову не напекло. Так, стоп, а где моя сумка? Ой, кажется, я ее где-то потеряла. О, нет. Что ты уже за мяч нашла там, Лада? Понятно. Так, подожди меня здесь. Маме нужно отойти. Ни с кем не говори, ни у кого ничего не бери. И если что, убегай или громко зови на помощь. Понятно? Мне страшно. Ну, я пока что не нашла никакой игрушки. Держи вот такую. О, пойдет. Ну вот и хорошо. И девочка, а пошли с нами. У нас вон какие конфеты есть. И еще много-много таких шоколадок дома. Угу. Конечно, размечтались. На тебе, на тебе. Фу, слава богу, сумку нашла. Ладочка, привет. Моя девочка, я знала, что ты не дашь себя в обиду. Я их победила и забрала все конфеты. Ой, ты хоть не ела эти конфеты-то? Ты чего, мам? Конечно, ела. Это же конфеты. Лада, Лада. Ну что теперь, пошли домой. На сегодня прогулок уж точно хватит. Таких ярких. Так, а эту игрушку давай оставим тут. Она тебе явно не понадобится. Но... Что там? Ой, Лео звонит. Алло, да, привет, Лео. Алло, Силия, привет. Вообще-то у нас сегодня встреча, ты помнишь? О, встреча? Да, конечно, я помню. Я сейчас приду, через пару минут буквально. Все хорошо. Ты что там, у какого-то ручейка уже идешь? Да, я его уже прошла. Ну, это, уже через 5 минут встреча. Ты можешь напомнить, где? В Криль-Гриле. Криль-Гриле. А вы, случайно, не можете прийти в офис в ваш ресторан? Просто я так запуталась по дороге. Мне нужно срочно бежать. И к офису я успею побыстрее прийти. Ты какая-то странная. У тебя точно все хорошо? Да, конечно, хорошо. Да, конечно. Короче, все, я побежала, пока. О, Силе, не умеешь ты врать. Да я не вру, я реально, я уже бегу, пока. Блин, я забыла про эту встречу. Лада, мне, короче, надо опять отойти. Ну, я надеюсь, ты побудешь дома одна. Мама, я боюсь. Ой, да что я тебя спрашиваю? Я, короче, пошла. Пока. Мама, ну вот, опять меня оставила. Ну, я устрою ей праздник. Да, Лео, я же тебе говорила, что... Ну, это вообще какие люди. $500, блин, за ужин дать. Это же вообще трэш какой-то. Так, Лео, я тебе позже перезвоню. Мои цветы! На! Это что такое ты устроила? Я стесняюсь спросить, конечно. Ой, мам, я забыла тебя спросить. А зачем спрашивать? Я пригласила друзей и питомцев. Где друзья? Здравствуйте, здрасте, здравствуйте, здрасте. Я Петя, я Глаша, я Рита, я Маргарита, я Трита. Что? Ха, вы кто вообще люди? И что же вы делаете? В бутылочку поиграем. Во что? Бутылочка? А можно я с вами? Ха-ха-ха, нет, это только для детей игра. Ой, ну так и поверила вам. Не хотите, не надо. Но чтобы вся твоя тусовка ушла к 11, Лада, ты поняла меня? Хорошо, мамуль.
Тем более тебе еще рано такое вытворять. Такие тусовочки. Мой букет роз, чтобы не валялся больше на пороге в туалете. Все, я вам не мешаю. Тусите. Так, все, ребята, дос. Давайте, уходим быстренько. Мы без конфет никуда не уйдем. Почему мы вообще должны уходить? Так, Лада устала и хочет отдохнуть. Она заснула, а вы ее будете. Так что давайте, пока-пока. Конфеты. Ладно, сейчас будут вам конфеты. Только уйдите, пожалуйста. Так. Блин, Рики. Ну что ж ты постоянно все съедаешь, а? Короче, смотрите, конфет только 4. Как-нибудь там поделите между собой. Так, ну Ванька уже ушел. Рита тоже. Но нам тогда хватит, спасибо. Давайте, забирайте свои конфеты. Только шмык отсюда быстренько, понятно? Чтобы духу вашего здесь не было. Да поняли, мы поняли. Все, давай, пока-пока. Фух, забудьте мой адрес. Так, ну и в общем-то, секретики, на этом наш видеоролик подходит к концу. Вот такое у нас получилось сегодня приключение вместе с Ладой. Я пойду ее уложу спать. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилась наша коллаборейшн. И если это и вправду так, то можете поставить лайк, подписаться на мой канал и не забывайте также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также смотрите еще другие коллаборации с токотуберами, которые у меня есть на канале. У меня есть даже отдельный плейлист с такими видео. Спасибо, Силия, за приглашение. Надеюсь, еще увидимся и снимем еще больше вместе. Пока-пока, секретики и утята. Пока-пока, секретики, и до встречи в новом видеоролике.